Такс. Ну что, будет кто-нибудь? Кто-нибудь? Мне нужен хоть кто-нибудь, кого может пострелять. Забрать все, что у него в грузовике лежит. Ну, или не в грузовике, а в БТРе. Либо в багажнике. Если это совсем уж легковая машина. Так, и нам надо опять-таки через этот мост опять-таки отдавать бабло, да? Замечательно. Ну ладно, придется раскошелиться на 250 монет, черт возьми. Заколебали, уроды. Сидят, жрут, ни хрена не делают. Опа-па. А вот это уже не мирные торговцы, отнюдь. Отнюдь не мирные торговцы. По мне кто-то всаживает довольно-таки крепко. Ты по мне фигачит так. Фигачишь так, что ли? Нормально. Тебя что? Чё за хрень-то падает? Непонятная и ненужная абсолютно. Фигня какая-то. А жаль. 228 там только что было. Надо было ту пушку взять вместо металлолома. Вот, молот Тора с увеличенным стволом. 1500 за выстрел. Нормально? Нормально. Вон, или пушку 260 за выстрел. 8 раз дешевле. Так, нам нужно отчиниться. Я этого не сделал. Отлично. Я в минусе теперь. Работник Брюс, есть что-нибудь? О, да, вот это я люблю. Вот то, что мне нужно. Вот какие задания мне нужны. Это то, что я хочу видеть среди всех квестов. На всех базах. Просто выехать и мочить. Без всяких задних мыслей. Так, интересно, а тот за преступника считается? Ладно, подпалим. Авось посчитают. Но надо быстрее искать другое мясо. Пожирнее, скажем так. Давайте, хоть кто-нибудь. Тачки, тачки. Тачки на прокачку, давайте. Тачки на испепеление. Кто-нибудь. Такое ощущение, как будто они издеваются. Лезут, когда не нужно, и не лезут, когда нужно. Но это всегда так. Во всех ситуациях, в реальной жизни тоже. Ну давай же кто-нибудь. Я уже кручу камеры, как бешеный. Это не грузовик. Блинский, блин. Конский конь. 1,5 минуты остается. Давайте, ну... Ребят, о, не могли вместо... Ладно. Ну что, опять облом? Судя по всему. Судя по всему. Ну давайте кто-нибудь, ну вылезьте хотя бы там пару машинок-то, минута остается. Я без бабла так останусь вообще. Мне скоро придется раскошелиться на серьезную сумму, а вы не хотите мне предоставлять мясо для заработка. Давайте, давай, кто-нибудь. Кто-нибудь, кто-нибудь. Кто-нибудь. Кто-нибудь за эти 30 секунд, ну пожалуйста. Эй. Эй. Нет никого. Все борзые макаки что-то попрятаться решили. Фиговенько, однако.
Все, что я могу сказать. Ладно, погнали отсюда. Нечего здесь ловить, не на что здесь смотреть. Ладно, у нас тут опять Париж. Еще один транзитный уровень, небось. Конечно. Сейчас до упора будем ехать. Так, до первого поворота направо. Дальше разберемся. Видите, начинает гонять туда-сюда, 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 туда-сюда. И это, насколько я помню, далеко не последний раз, когда мы вот так вот через все локации вынуждены проезжать. То есть будет еще, насколько я помню. Здрасте! Мне вас не хватало. Кстати, за баррикады ни черта не дали, насколько я понял. Ну и черт с ними. Переживу без их бабла. Так, нам сюда. Может быть, в этом городе что-нибудь дадут из задания. Обычно здесь бандюганов хватает на этой локации. Вон, взять хотя бы этого. Пускай там дота отбивается. Их проблема. Хоть чем-нибудь позанимаются по жизни. А то стоят, ни черта не делают. Всю игру. Давай, работодатель, дай мне охоту. А, нет. Ну, в принципе, по пути. Почему нет? Почему нет? Вполне по пути, я бы даже сказал. Мне вот сюда, насколько я понимаю. Да, по этой дороге. Поехали. Это, конечно, не по 12 косарей за каждого бандита, но я хотя бы гарантированно получу эти 15 косарей на 14 там слишком. Ну и вдобавок приближусь к цели. Поэтому... грех жаловаться. Просто давайте сделаем это. Надо почаще сохраняться. Но на полном ходу, конечно, неохота этого делать. Успеем еще, я думаю. Не туда поехал. Разворачиваемся. Нам нужно развернуться в другую сторону. И поехать по этой, насколько я понимаю, дороге. Ну да, вроде по этой. Вот заправка перед нами сейчас будет. 1 километр осталось до нее проехать. Я думаю, что до Парижа мы не по мосткам поедем, а вот по тому шоссе, которое именно... туда, куда нужно ведет. Поэтому сначала до упора влево будем катить по карте. А потом вверх. Так, нам сюда, что ли? Это заправка? А, ну да. Мне показалось, что это здание. Ловить здесь нечего, покупать, продавать нечего. Деньги я свои получил, можем ехать дальше. По новым неизведанным путям. О, нормально, 2 Урала, плюс еще мелкий. Здрасте. Как ты в их компанию-то попал, интересно? Экстремал. Вонючка. Все, всех порешали, можно ехать дальше. Груз у них отстойный, правда. На ремонт хватит. Хотя, смотря что они повредили, может быть, пушку повредили, тогда не хватит на ремонт.
вроде сюда. Ну да, там въезд как раз. Не успел выстрелить. Выстрелил бы, снес бы 500 хп. Как минимум. Поэтому повезло, что он не успел выстрелить. При том, что я его не сразу заметил. Ну и везет то, что они не особо жирные. Практически ваншотятся. Так, ну что, нам опять через один тоннель ехать. Страна тоннелей какая-то. Конечно, я желаю покинуть область. Было бы зачем здесь оставаться. Так, ну конечно, кто б мог сомневаться, а? Я не помню, откуда начинается путь-то. Отсюда или отсюда? По-моему, отсюда. Или отсюда. Налево поедем. Там разберемся. Если что, хотя бы отчинимся. И заправимся. Так, отлично, баррикады опять восстановились. Мне их так весело каждый раз уничтожать. Что прям вообще. Нет, не отсюда, ну ладно. Ну хотя можно попробовать там через горы перемахнуть. Да, опять охоту, давайте. Охоту я приму. Хотя у меня несколько другие сейчас задачи. Мне бы в отвесную стенку кое-как подняться. Хотя не, забейте. Лучше в объезд. Там ничего не получится, если только в воду плюхнуться и все. Это максимум, что у меня выйдет здесь. Ну хотя бы здесь задание нормальное взяли. Еще бандитов найти теперь. После взять этого самого задания. Потому что без бандитов оно будет бессмысленным и бесполезным. Надо уже бак, наверное, купить дополнительный. Хотя, посмотрим. Посмотрим. Посмотрим, какой бак будет у бронетранспортера. И, по-моему, насколько я помню, бронетранспортер нельзя модифицировать там по кузову и по кабине. Такая уникальная машина, скажем так, в этом плане. Но это если я не ошибаюсь, это если я прав. Да блин, где все бандюганы-то, вы заколебали? Никого нет. Вон там кто-то тусует. Давай, перезаряжайся. Так, соберем лут. Без этого никуда. Уж извините. Да кто там опять стреляет? Ты все еще жив? Гребаный бункер. Не бункер, тот какой-то.